Ну вот смотрите, тут у нас лежат три куска. Это конец, это центральная часть, а вот это вот беременный удав. Понимаете? Никто не знает, что там происходит. Но есть предположение, что там внутри очень много грязи. Видите? Тут он утоньшается и как бы вот он утолщается. И песка, песка очень-очень много. Смотрите, нами было отрезано полметра. Ну, я думаю, рулетку не надо для подтверждения, так скажем. Но, значит, вот эти вот полметра мы взвешиваем нового каната. 33,78 грамм. То есть, нет. Я по какой-то причине не могу его, блядь, разрезать. Смотрите. Песок. Посмотрите. Сейчас мы его взвесим. Полметра. Вот, посмотрите. Вот это вот песок. Вот. Я его сюда пересыплю. Видите, да? Красивый мелкий речной. Сейчас я его дорежу. Все, гасите. Смотрите. Тара. Снимаем. Ёлки-палки. 88,43. Было 33,78 минус 88,43. Умножить на 2. Подождите, у нас 2, будет на метре. 54,65. Умножай на 2. Для чего нам? На метре. Хорошо, умножить на 2. Вот в метре будет 109 грамм песка. 109 грамм вот этого вот, подержите, пожалуйста, абразива. Вот он. Вот. Ну, как бы...